Здравствуйте, меня зовут Герасёва Валерия. Я специалист по продукту Jaguar Land Rover, международной компании Inchcape. Перед нами абсолютно уникальный Jaguar. Представляю вам первый полностью электрический кроссовер – Jaguar I-Pace. Jaguar I-Pace – аккумуляторный электромобиль, BEV, разработан с нуля и задающий новый вектор развития. Выразительный дизайн кузова отражает эксклюзивный и практичный интерьер. Совершенный, полностью электрический силовой агрегат гарантирует высокую производительность и отсутствие выбросов. Инновационные технологии идеально интегрированы и просты в управлении. Волнующий облик, простота управления и истинное удовольствие от вождения I-Pace стал самым интеллектуальным пятиместным спорткаром в мире. I-Pace ускоряется стремительно, без потерь тяги и рывков от переключения передач. Выходная мощность в 400 лошадиных сил позволяет вам развить скорость 100 км в час всего за 4,8 секунды. Чтобы обеспечить спортивную маневренность, инженеры расположили аккумуляторную батарею емкостью 90 кВт в час под полом между мостами и таким образом обеспечили более низкий центр тяжести и почти идеальное распределение массы. Каждый элемент экстерьера, от выразительных передних колесных арок до заднего диффузора, напоминает о суперкарах и помогает I-Pace преодолевать сопротивление воздушного потока, сохранять устойчивость и увеличивать запас хода. Лаконичная решетка радиатора изгибается внутрь, снижая сопротивление. Она направляет поток воздуха через вентиляционные отверстия на капоте, откуда он проходит вдоль крыши с максимально эффективным профилем. Крыша может быть окрашена в цвет кузова, выполнена в контрастном цвете или дополнена панорамным стеклом. Интегрированные выдвижные ручки дверей утоплены в поверхность, обеспечивая беспрепятственное прохождение воздушного потока вдоль линии кузова. Дизайн интерьера элегантен и лаконичен, отличается приятным на ощупь материалами отделки и плавными линиями. Здесь гармонично интегрированные технологии, просторный салон и атмосфера спокойствия. Конструкция кузова I-Pace позволяет сдвинуть первый ряд сидений туда, где обычно располагается моторный отсек, обеспечив водителю улучшенный обзор. Такое решение также помогает увеличить расстояние между передними и задними сидениями, позаботившись о комфорте пассажиров второго ряда. Объем багажного отделения составляет впечатляющие 656 литров при длине 967 мм. Под капотом I-Pace имеется дополнительный отсек для хранения объемом 27 литров. В салоне вы будете чувствовать себя спокойно и безопасно. Чтобы обеспечить максимально плавный и бесшумный ход, электродвигатели помещены в инновационные звукоизолирующие кожухи. Также, чтобы защитить салон от внешнего шума и сохранить атмосферу спокойствия и умиротворения, конструкторы дополнили I-Pace ламинированным звуконепроницаемым лобовым стеклом. Информационно-развлекательная система Touch Pro Duo оснащена 10-дюймовым сенсорным экраном, встроенным в приборную панель, и нижним 5-дюймовым экраном с многофункциональными поворотными переключателями. Процесс управления электрокаром станет проще благодаря инновационным системам помощи водителя, такие как система экстренного торможения, которая помогает предотвратить столкновение с другими транспортными средствами, велосипедистами и пешеходами. Система контроля степени усталости водителя, которая отслеживает ваше состояние, анализируя рулевое управление, работу педалями акселератора и тормоза, и своевременно оповещает вас, рекомендуя остановиться и отдохнуть. Система удержания полосы движения определяет непреднамеренное отклонение автомобиля от исходной траектории и задействует рулевое управление, чтобы плавно вернуть автомобиль в полосу. Система распознавания дорожных знаков будет информировать вас, выводя информацию о соответствующих знаках ограничения скорости и запрета обгона на приборную панель в поле вашего зрения. Хотите узнать больше о полностью электрическом Jaguar I-Pace и испытать его в действии на тест-драйве? Тогда ждем вас в Inchcape. Наши специалисты с удовольствием познакомят вас с этим инновационным электрокаром.